Здравствуйте. Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Разберем задание номер 311. Упростите запись произведения в предыдущем задании. Для упрощения записи у положительных множителей знак плюс и скобки можно опускать, но этот знак надо учитывать, определяя знак произведения. Например, минус 3 умножить на плюс 17 равно, можно записать как минус 3 умножить на 17, знак плюс у положительного множителя и скобки опустили, равно минус 51. Плюс 2 умножить на минус 48 равно. 2 умножить на минус 48 равно минус 96. Упростим предыдущее задание и воспользуемся теми ответами, которые мы уже получили. А. Плюс 45 умножить на минус 13 равно 45 умножить на минус 13. Опускаем знак плюс и скобки у положительного числа. Равно минус 585. Б. Плюс 230 умножить на минус 48. Можно записать как 230 умножить на минус 48. Получим минус 11040. В. Минус 505 умножить на минус 8. С собой записи упростить ничего нельзя. Здесь нет положительных множителей. Но ответ можно записать как 4040. То есть знак плюс в ответе можно опустить. Г. Минус 358 умножить на минус 5. Аналогично. Так же, как и В, в самой записи упростить ничего нельзя, но ответ можно записать как 1790, опустив знак плюс в записи ответа. Д. Минус 24 умножить на минус 35. Запишем ответ без знака плюс. Итак, получится 840. Е. Минус 125 умножить на минус 160. Получим 20 тысяч. Ж. Минус 405 умножить на плюс 28. Можно записать как минус 405 умножить на 28, опустив знак плюс у положительного числа. Равно минус 11340. З. Минус 72 умножить на плюс 101. Запишем как минус 72. Умножить на 101. Получим минус 7272. И. Плюс 15 умножить на плюс 16. Опускаем знак плюс у положительных множителей вместе со скобками. И запишем как 15 умножить на 16 равно 240. Мы разобрали с вами номер 311. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.